всем любителям спорта. И мы снова встречаемся на озере Котлован. Итак, я представлю сегодняшних организаторов гонки. Это депутат Думы Харольского муниципального района Губин Андрей Владимирович, Бурин Григорий Анатольевич, Аверченко Андрей Михайлович, и я, комментатор Павел Шлопак, Home Studio. Итак, встречаем наших участников. Участники, выходим. Во главе идет судья соревнований Андрей Савин. Итак, у нас проходит церемония представления. Первый в строю, как я говорил, стоит Андрей Савин, судья соревнований сегодняшних. Первый стартовый номер. Башмаков Денис представляет команду «Восток», неоднократный чемпион Приморского края по мотокроссу. Второй стартовый номер. Столяров. Раз. Сигнал пропадает. Второй стартовый номер. Столяров Игорь. Всю жизнь посвятил спидвею. А сейчас ведет команду в бой с капитанского мостика. Главный тренер команды «Восток». Третий стартовый номер. Краснокутский Василий. Спортсмен первого разряда. Представляет команду «Восток». Выступает в чемпионатах Приморского края не один год. Четвертый стартовый номер. Кандидат мастера спорта Коровко Никита представляет команду «Восток». Неоднократный чемпион Приморского края по мотокроссу. Пятый стартовый номер. Коровко не приехал. Извиняюсь, Коровко, говорят, заболел. Не приехал, сегодня не будет участвовать. Итак, пятый стартовый номер. Маринюк Александр, чемпион России по спидвею в командном зачете в 2010 году в составе команды «Восток». Неоднократный чемпион Приморского края по мотокроссу представляет поселок Ярославский. Шестой стартовый номер. Смышников Никита, неоднократный чемпион Приморского края по мотокроссу, представляет команду «Восток». Седьмой стартовый номер. Гордеев Вячеслав выступал на чемпионате России за команду «Восток». Восьмой стартовый номер. Кандидат мастера спорта Котляр Виталий. Чемпион России по спидвею в составе команды «Восток». Бронзовый призер, неоднократный чемпион Приморского края по мотокроссу, представляет команду «Восток». И девятый стартовый номер. Адов Василий. Кандидат мастера спорта. Участник ледового спидвея на длинных шипах. Представляет город Дальнегорск. А сейчас равнение на флаг Российской Федерации. Честь подъема флага предоставляется организатору всего этого, Маринюку Александру. Включаем. А сейчас предоставляется председателю Федерации мотоспорта по Приморскому краю Селезневу Владимиру Алексеевичу. Добрый день, жители Ярославки, жители Приморского края, участники соревнований. Приятно каждый год приезжать в Ярославку, проводить сборы тренировочные, можно сказать, для команды «Восток». Практика полезная. И хотел бы пожелать участникам сегодня успешной борьбы.
борьбы без травм. У нас предстоит длительный сезон впереди. Защищать нужно свои позиции. Первое место, 2 года подряд Волосток чемпион страны. А болельщикам приятного времяпровождения. И хотел бы вручить благодарности от Приморской Федерации мотоциклетного спорта организаторам. Итак, благодарность Маринюк Александру Александровичу за личный вклад в развитие и популяцию мотоциклетного спорта в Приморском крае. Благодарность объявляется Губину Андрею Владимировичу за оказанную помощь в организации и проведении соревнований по мотоциклетному спорту в поселке Ярославский. Благодарность объявляется Аверченко Андрею Михайловичу за оказанную помощь в организации и проведении соревнований по мотоциклетному спорту в поселке Ярославский. Объявляется благодарность Буриму Григорию Анатольевичу за оказанную помощь в организации и проведении соревнований по мотоциклетному спорту в поселке Ярославский. А сейчас слово скажет Маринюк Александр Александрович. Здравствуйте, уважаемые жители поселка Ярославского. Очень рад, конечно, вас всех видеть. Рад, что вы все приходите, болеете, поддерживаете, несмотря на погоду. Вот. Конечно, хочу поблагодарить Аверченко Андрея Михайловича, Бурима Григория Анатольевича и Губина Андрея Владимировича, этих людей, то, что они никогда не отказывают. То есть, что хочу сказать. У нас находится перекубок поселка Ярославского. В прошлом году этот кубок выиграл Коровко Никита с города Уссурийск. К сожалению, его сегодня не будет, так как он приболел. Он передал кубок, мы поставим на первое место, и кто займет первое место, забирает этот кубок себе в город. Конечно же, я буду бороться, чтобы этот кубок у нас остался в Ярославке. Вот. Ну, в общем-то, все, что гонка покажет. Красокутский Василий и последним едет Башмаков Денис. Столяров лидирует, лидирует Столяров. Идет Красокутский Василий и последним Башмаков Денис. Девка, чтоб ушла! Девка, чтоб ушла! Скажи ей! Девка, чтоб ушла! Смотрим, смотрим! Капитан команды, что он еще в 70-х начинал гонять. Итак, финиширует у нас Столяров, за ним идет Краснопутский и завершает гонку Башмаков Денис. Заездов, главного финала и финал. Все заезды по 3 круга. Сейчас на дорожке у нас появляются участники 2-го заезда. Это 5-й стартовый номер Маринюк Александр и 6-й стартовый номер Пышников Никита. Во 2-м заезде должен был участвовать Коровко Никита. Напомню, он заболел и не приехал поэтому на гонку. Thank you.
Вячеслав, 8-й стартовый номер Котляр Виталий и 9-й стартовый номер Ада Василий. Итак, четвертая серия заезда. Все участвуют. Первый стартовый номер Башмаков Денис. И 7-й стартовый номер Гордеев Вячеслав. У нас проходит личное первенство по прямому. Гонщики выходят на старт. Первый стартовый номер Башмаков Денис. И 7-й номер Гордеев Вячеслав. Вторым пришел первый стартовый номер Башмаков Денис. Пятая серия заездов. Напоминаю, на мотоциклы полное отсутствие тормозов. Поэтому гонщику приходится вывешивать мотоцикл. Александр идет третий. Котляр Виталий второй. И в конце идет Маленюк Александр. И Котляр Виталий бывает вперед.
нас спасили. Это третий стартовый номер. Спортсмен первого разряда Краснобудский Василий, шестой стартовый номер Мышников Никита и девятый стартовый номер Адов Василий. Так и не удалось Мышникову Никите его погнать, он идет вторым, и третьим идет Василий. У нас второй круг, третьим идет Краснодарский Василий, и вторым Мышников Никита, первым идет Краснодарский Василий. Третий стартовый номер Краснокутский Василий, вторым Смышников Никита, шестой стартовый номер, и третьим пришел девятый стартовый номер Адов Василий. Участвуют пятый стартовый номер Маринюк Александр, девятый стартовый номер Адов Василий и первый стартовый номер Башмаков Денис. Вторая дорожка Адов Василий. Третья дорожка Башмаков Денис. Денис Адов Василий идет третьим. Восьмой заезд. В восьмом заезде участвует восьмой стартовый номер Котляр Виталий. Третий стартовый номер Краснокутский Василий. И нет у нас третьего гонщика Коробко Никиты. Он заболел, поэтому по уважительной причине он не смог явиться на наши соревнования. Желаем ему здоровья, выздоровления. И мы начинаем восьмой заезд.
Виталий, трехкратный чемпион России. Восьмой номер финишировал первым. И за ним идет краснокутский Василий. Вторым. По юниора Татар Виталий, трехкратный чемпион России. Пришел первым. На наших дорожках появляются участники 9-го заезда. Второй стартовый номер Столяров Игорь, 6-й стартовый номер Пышников Никита и 7-й стартовый номер Гордеев Вячеслав. Напоминаю, у нас 12 заездов, 2 полуфинала и финал. Первая дорожка. Столяров Игорь. Второй стартовый номер. Вторая дорожка. Смышников Никита. 6-й стартовый номер. И третья дорожка. Слав. Мой стартовый номер. Понятное дело, он воспринимает команду с капитанского мостика. Первый год выступает от чемпионата России. И завершил гонку Мышников Никита, 6-й стартовый номер. Thank you.
в 11-м заезде участвуют Маринюк Александр, Гордеев Вячеслав и Красокутский Василий. Итак, по первой дорожке идет третий стартовый номер Красокутский Василий, по второй дорожке Гордеев Вячеслав и третья дорожка наш Ярославский Кольчик, Маринюк. Первый полуфинал. Первая дорожка. Восьмой старт.
стартовый номер. Столяров Игорь. Первая дорожка. Вторая дорожка. Шестой стартовый номер. Вышников Никита. Третья дорожка. Пятый стартовый номер. Маринюк Александр. Четвертая дорожка. Девятый стартовый номер. Адам Васильев! Осталось ждать недолго. И будет финал. Итак, гонщики на старте. Судья идет. Нашего гостя Матинюка Александра, а также
Юрий Василий. Победитель Столяров, капитан команды «Восток». Прошло первенство по Приморского края по Ледогари. Сейчас не расходимся, через некоторое время будет церемония награждения. Ну что, все пришли? Все победили. Итак, у нас награждается за третье место Котляр Виталий в личном первенстве Приморского края по Ледогари. Кубок поселка Ярославского. Трехкратный чемпион России. За второе место в личном первенстве Приморского края по Ледогари поселка Ярославский награждается Маринюк Александр. Второе место. Саша, молодец! И за первое место награждается Столяров Игорь, самый первый гонщик, ему в 19 году исполнилось 60 лет. А он молод и полон сил. Извиняюсь, в мае будет 60 лет, но все равно самый молодой гонщик. Первое место. Молодец! И, ну и переходящий кубок уходит в город. Вот они, наши чемпионы. Молодцы, ребята. Слово скажет Александр Маринь. Что хочу сказать. Спасибо, что пришли, Ярославский, поддержали, поболели. Всем большое спасибо. Конечно, хочу сказать благодарность Столярову Игорю Игоревичу. Если бы, конечно, не он, те года, 2007, 2008, 2009, 2010 год, меня не воспитывал бы и, так сказать, как он? Не рассказывал бы. Раз, не рассказывал бы, что нужно, как правильно делать. Вот. Принял меня в команду «Восток» в 2007 году. В 2008 году взял меня на сборы в Латвию. Спасибо вам, Игорь Игоревич. Спасибо всем болельщикам, спасибо Александру. Я считаю, что в этом крае на Александре держится практически весь мотоспорт. Огромное спасибо ему и всем молодым ребятам. Держитесь ближе, поближе к Александру, он вас научит и работать, и ездить, и жить правильно. Спасибо. Благодаря Столярову Игорю Игоревичу, потому что он мне это передал. Личное первенство Приморского края по Ледогари. Ярославка, огнем дышала, все долго ждали, и наконец-то увидали, были гонки, и был спидвей, и все кричали, давай скорей. Он ездил круто, и все узнали это, он занял первое место, и это было честно. Он суетился, чтоб гонки были у нас, чтоб Ярославке показать мастер-класс. Долго думал, и схемы составлял, над всем работал, и даже ночь не спал. Ему, конечно, в этом помогли
а кто помог, тому поклон до самой земли. Делай громче звук, слушайся татук, не вижу ваших рук, будет сейчас трюк. Выходи на старт, газу добавляй, если ты не рад, уходи давай. Уходи давай, даже сделав круг, или побеждай, если сможешь друг. Ему равных нет, ему каждый друг победит везет. Гонщик Мариньок, мотогонщик. Дух, не вижу ваших рук, будет сейчас трюк. Выходи на старт, газу добавляй, если ты не рад. Уходи давай, даже сделав круг, или побеждай, если сможешь друг. Ему равных нет, ему каждый друг победит везет. Кочек Мариньок. Мотогонщик.